Всем привет, ребят! И сегодня я понакупляла очень много бойзиков. Не знаю зачем, они мне просто очень сильно понравились. И тут мне в голову пришла такая мысль снимать про куколок. Как бы я буду как мамой. Я видела такое в ТикТоке, в Ютубе. Там многие снимают, но подумала, а почему у меня вот так вот получится снимать? И я буду вам снимать. Сейчас у нас 9:44, и уже пора ложиться спать. Пока что у нас дружок сидел, вот только что смотрел мультики Лунтика, потом Барбоскины. Вот, у меня тут идет пес. То есть у меня идет на компьютере, а дружок смотрел на телевизоре, он находится у нас в зале. Давайте я сейчас покажу своего дружка. Это моя самая любимая игрушка. Была в детстве и т.д. Это дружок. Он голенький. Я ему сняла уже памперс. Так, он был в памперсе одном. Так, это не так. Так вот ложится. Я думаю, это как для девочки, поэтому не очень. Поэтому убираем вот это вот. Ну, он самый большой из этих всех бодиков. Мне нравится вот этот, но а это как спать. Тоже классный. Хочу одеть вот этот вот. Я вот это еще не мерила, и вот это еще не мерила, а вот этот уже мерила. Так, вот это вот как будет как простыночка, обычное полотенечко. Сейчас мы будем переодеваться. Прям подушечку. Так, извиняюсь, просто у меня тут вещи лежат. Так, я решила, я одену вот это вот хлоу. Вот. Хлоу. У нас есть коляска. У нас есть, короче, все, поэтому я могу снимать, но пока что буду снимать с дружком. А так потом я... У меня есть моя кукла, которой тоже я игралась. То есть кукла как рбор, там, я не знаю. И я его скоро возьму и буду с ним снимать. Просто он сейчас у нас на даче. Так. Бодик очень классный на вид. Он стоил 250, вот этот вот. Я не знаю, зачем я купила. Просто как будто потом поняла, зачем я потратила деньги. Потом, блин, я буду снимать. Так, у нас уже дружок покушал, хотела сказать Лаки. Лаки — это моя собачка, а дружок — это моя игрушка такая. Все. Также у нас есть сосочки, но они тоже на даче все остались. У нас написано «Hello». Вот такой у нас малыш получился. И очень боди, кстати, пахнет. Сейчас покажу, как это все выглядит. Ну, дружок у нас как бы и без сосочки может посидеть. Ну, поспать точнее. Сейчас покажу. Вот. Прям классный костюм на нем сидит. И прям в размер. Нигде ничего не давит. Написано «Hello». Мне так прям нравится. Вот необычный, да, бодик? А тут, ой, извините. А тут у нас даже такой есть еще. Классно. Сейчас мы будем уже тише делать, чтобы... Играл мой компьютер. Точнее, не так выразилась. Сделаю потише компьютер. Я уже качаю дружочка. Кстати, ребята, смотрите, вот недавно как будто сделала. Это 30 сентября было и полетело. Сегодня у нас 60-е. Я вот это все закончила так быстро. Это ужас. Кстати, вот этого числа у меня было день рождения. Вот этого. Вот этого. Да, отмечали мы вот этого. И этого тоже. Мне исполнилось 11 лет. И люльки у нас пока что нету, но она у нас была тоже на даче сейчас. Но можно сделать самодельную. Я уже делала. Вот мои шарики, тут много очень, открыточки. И я уже качиваю дружка. Надо, когда покушал, надо вот так вот делать по спинке, где-то вот тут вот. Ну, я вот так вот делаю. Это я уже как бы переоделась тоже спать. Ну, я еще не буду, конечно же, спать.
Конечно же, я посижу. Извините, плохо так видно, потому что из-за шарика. Так вот лучше. Вообще, бодик, он очень сильно пахнет, даже вот здесь. Все. Вот головка у нас падает еще. Так, дружочку, я уже как-то придумала. Ребят, я придумала, сколько ему будет месяцев. Месяцев, давайте, будет ему 4 месяца. Он уже такой толстый очень будет. Вот. Его зовут Дружок. Это уже давным-давно мы его так назвали. Это подарили мне на 2 годика. Это ему уже 9 лет. Я. Но все равно по игре, ну не по игре, я как бы буду снимать видео, как будто ему сейчас еще 4 месяца. Но также будет вот скоро уже 5. Уже где-то прошло минут, не знаю, 10. Я уже укачала Дружочка. Он уже спит, сейчас надо еще будет укрыть. Я уже положила, пусть полежит еще. Чтобы не качать, уже пусть лежит, спит. Но пока будет Дружочек спать, но он уже будет спать, я думаю, долго. Ну, до утра. Хоть бы он бы еще не проснулся еще сегодня. Потому что у нас так всегда, он просыпает. Вот я его ложу в 9, и все, сегодня уже почти 10. Даже почти 10, и где-то он в 11-12 начинает плакать. Вот. А я пока что приберу вот эти бодики. Так, сейчас сложим это все. Завтра хочу еще пойти такие вот бодики купить, прям крутые. Я немножко прибрала. Вот этот, наверное, мы завтра утром оденем. Или вот этот, наверное, вот этот. Я хочу вот этот завтра утром одеть. Дружочек уже просыпался, плакал, но он уже спит опять. Пока что я еще смотрю пес. Сейчас выключу свет. Ну и посижу тут немножко еще. Посижу, посмотрю. А потом уже пойду на другую кровать. Конечно же, Дружочек со мной, просто... Не знаю, я уже говорила вам, что на этой кровати сегодня спать не будем. На большой пойдем с Дружком. На другую, точнее, кровать. Но там она побольше идет. Это одноместная. Пойдем на двухместную. Вот. Ребяточки, он опять проснулся, да, Дружок? Пойдем сейчас в зал. Включается у нас телевизор. Я хочу... Именно по смарту. Сейчас у нас уже шел обычный просто телевизор. Полчаса Дружочек поспал, и все, и больше не хочет, да? Я уже включила. Я положила в такую вот подушечку. Не спится тебе, да? Я сейчас посажу Дружочка и пойду сейчас в комнату схожу. Извините за такое. Просто у нас курточка сушится. За Дружком смотрит моя мама, а я пока что отдохну. Пожалуйста, ребята, подписывайтесь на мой аккаунт, лайкаем видео, пожалуйста, я вас прошу. Мне очень нравится сериал «Пес». Уже смотрю, не знаю, сколько минут. Пойдемте посмотрим, что там Дружок. Ой, боже мой. Мой малыш спит. Посмотрел мультики, наверное, и заснул. Ой. Все, ребяточки, спасибо всем за просмотр. Всем пока-пока. Так, еще немножко поснимаю, как мы будем ложиться уже спать, да, мой хороший. У нас уже 10 часов. А я еще качаю.